Ремонт помещений под будущее здание планетария продолжится. Музей камня в следующем году из бюджета города будет выделено 7,5 миллионов рублей. На эти средства планируется завершить все строительные работы. Что касается уже оборудования насыщений, мы сейчас работаем и с Русским географическим обществом, вот, и постараемся, конечно, вот ту работу, которую мы планировали, может быть, чуть раньше сделать. Я думаю, все-таки мы в том году, в следующем году завершим. Региональное отделение Русского географического общества предпринимает очередную попытку получить грант для планетария. Напомним, что уже дважды ивановцам не удавалось выиграть конкурс и получить финансовую поддержку на приобретение оборудования для изучения звездного неба. Опускать руки в РГО не намерены. Мы предпринимаем сейчас очередные шаги. Дело в том, что мне все-таки в этом году удалось познакомиться с руководителем Национального фонда знания, там, где мы уже второй год пробиваем. Теперь он приехал в Иваново. Теперь вместе с Вячеславом Михайловичем мы обозначили эту тему. Я думаю, что теперь с места все сдвинется. Скорее всего, достроить планетарий к 80-летнему юбилею со дня рождения Юрия Гагарина, как задумывалось ранее, не успеют. Но ивановцы не останутся в стороне от космической тематики. В марте следующего года в художественном музее откроется большая экспозиция под названием «Человек, Земля, Вселенная». Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.